зовут Руденко Ольга Сергеевна. Народное движение «За жилье». Сегодня 41-й день пикетирования. Я стою, можно даже показать, вот красивая елочка. Я стою у мэрии города Москвы, Тверская, 13. Все наши обращения сводятся к нулю. Мы 12 декабря, в день Конституции, обратились в аппарат президента с просьбой создать инициативную группу по решению нашего вопроса жителей бывших общежитий. Это, значит, улица Лучича, 18, корпус 1, это, значит, Люблинская, 109, это Пантрягина, 27, дом, это Ставропольская, 19, Симферопольский бульвар, дом 17 и много-много еще других общежитий. Нас вселяли на законных основаниях. Но, значит, передав городу, департамент городского имущества провел махинацию. Значит, не выдал договора социального найма, перевел нас в нежилое, в наш дом в нежилые помещения и судами неправосудно выселяют. Наши квартиры, которые были, значит, нам выделены по программе жилища и были выделены федеральные средства, украдены. Мы остались бомжами. Поэтому я, во-первых, конечно, хочу поздравить всех россиян с Новым годом, счастья, здоровья, благополучия, обращаясь также к президенту. Владимир Владимирович, мы думаем, что не все вам докладывают из аппарата президента, многое скрывают. У нас огромное количество доказательств, документов, где вы можете увидеть мошенническую схему, аферу с программой «Жилище». Мы обращаемся к вам о создании этой группы. 23 декабря мы опять пришли в аппарат президента с требованием все-таки создать эту рабочую группу, потому что грядут выборы. А наши голоса для вас очень важны. Поэтому мы думаем, что вы все-таки обратите на нас внимание и решите нашу проблему. Защитите наше конституционное право на жилье. Вы гарант. Вы просили народ поддержать вас. Мы вас поддержали. Теперь мы обращаемся с требованием защитить наше право на жилье. Спасибо.